До апартамента, который вы арендуете у нас для летнего отдыха или длительного проживания в Варне, очень удобно добираться от аэропорта. Мы предлагаем вам два способа. Выберите наиболее удобный для вас. Но вначале несколько слов о самом аэропорте. Летиште находится всего в 8 километрах от центра города. Это компактный и удобный комплекс, состоящий из двух зданий, соединенных переходом. Здесь все понятно. Зал прилета и зал вылета. Когда вы оказываетесь в общем зале, после окончания всех официальных процедур по прибытию, вам необходимо пройти всего несколько шагов до выхода из здания. Ну а дальше, как в самой настоящей сказке, вам нужно будет выбрать, куда повернуть – направо или налево. Если повернете направо, то тут же окажетесь на автобусной остановке. На 409-м автобусе, который ходит через каждые 15 минут, вы можете добраться практически до самого дома, где расположен наш апартамент. Время в пути приблизительно 40 минут. Стоимость около 1 евро. Можно сказать, что в эту сумму входит и обзорная экскурсия по городу, вдоль которого вы поедете. Выходить вам нужно на остановке «Журналист». О том, как добраться от автобусной остановки до апартамента, мы расскажем в отдельном видео. Ссылку оставим в описании. А если при выходе из аэропорта повернуть налево, то окажетесь на стоянке такси. Здесь без проблем можно взять машину, которая доставит вас до нашего апартамента. В таком случае время в пути сократится в 2 раза. Но и цена вопроса, естественно, вырастет. Примерно сколько? Такси можно заказать заранее через сайт. Ссылка будет размещена в описании к этому видео. Кстати, есть русскоязычная версия сайта. Также на сайте вы можете ознакомиться с тарифами и предлагаемыми дополнительными услугами. Ну вот, все легко и просто. Вы можете выбрать любой из предложенных нами вариантов трансфера или использовать свой, более удобный для вас. А мы всегда с радостью встретим вас и разместим в нашем апартаменте.